Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю за Маури на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6, Gathering Storm, New Frontier Pass, что там, еще Rise and Fall, все дополнения, три режима включено и так далее, и так далее, и так далее. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните просмотр с первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. Итак, разбираемся с Китаем. Чанша. Собственно, только его мне и надо захватить. Все остальное у меня уже есть. 3 очка эпохи за очаг культуры у нас в тэпах Кахиве. Я наконец-то закончил эту ромашку, которую давным-давно планировал. По-моему, я молодец. Так... Тут, пожалуй... Слушайте, у нас еще корпуса не открыты, да? Ну, мне бы в корпуса заглянуть, мне так кажется. Он тут строит дипломатический квартал, ничего себе. Может, ему дипломатический квартал поломать немножко? Начнем с производственного вообще. 69 науки. 69 культуры дипломатические. Нормально. Естественно, историю заодно открыл. Аквапарк. Так, ну все-таки надо, наверное, в национализм мне сходить. Формальный повод у меня, наверное, нет. Сейчас проверю вот на этих ребятах. Это только официально. Ну, формально это когда вот есть что-то, кроме официальной. Какая-то вот из этих войн. Похоже, не будет. Так, еще какой-то там Египет, по-моему, был. Индия. С Египтом не хотелось бы воевать. Он через океан может и навалять. Так, мне кажется, пушкой бессмысленно обстреливать Чаншу. Так, летучий отряд можно в кавалерию апать уже. Ну, наверное, пора. Тут в город отойдем. Этого ждем апнуть в бомбарду. Лечится. Бомбарда идет. Лечится. Тоже туда перебрасываем. А что мы тут открыли? Историческое место. Да, тут их у меня дофига должно быть в связи с битвами. Пойду обработаю черепашку. Ну, чтобы ресурс роскоши просто был, хотя он в четвертом радиусе, как бы город не будет на самом деле обрабатывать. Так, осадную башню имеет смысл вести? Имеет, кстати. Потому что тут только пока средневековые стены. А у кого это тут? Торговый путь. А у кого это тут квадрирема? И он не может мои торговые пути разграбить, еще раз напоминаю. Потому что у меня золотой век как раз на это дело, да? Да, ваших торговцев невозможно ограбить. Еще 25 монеток с лошадей. Копите. Бегала в столицу на производство. Ну, наверное, на золото надо отправлять. Ух ты, Ракидет как. И это при том, что он не союзник мне даже, Египет. Это прилично. Это очень так приятненько.
Что тут за клан? Морской призрак. Ну, в общем, приблизительно понятно их континент и наш континент. Параметры. Так, давайте мы с Дидоной открытые границы договоримся. Ну, у нее есть благовония, которых у меня нет. А, не, есть. Черт побери. Так, она хочет трезон... Нет, давайте лучше дипломатическое влияние дам. Ну, точнее, я поделюсь дипломатическим влиянием. Я так настолько дипломатически влиятелен, что всех уговариваю на более выгодные для меня сделки. Что здесь? Хищение средств, срыв ракетостроения, время выполнения задач. Давайте сталеварение попробуем украсть у него. Не хочу дамбу ломать. Выгоднее воровать техи. Так, Марая, естественно. Везде мы строим, где можно. Тут Марая. Менять ли политические курсы? Соседство промышленной зоны, плюс 4. Нет, пока не будем. Так, а где у нас археологические музеи? Вот тут, наверное, в столице есть археологический музей. Давайте-ка мы купим здесь, я думаю, археолога. А дальше угольную будем так строить. Больше у меня, по-моему, театралок вроде нету. Ладно, поехали. Пушками вроде не должны убиваться, как и кирасиры. О, не смотри, больно. Но это он и выстрелил, и проатаковал. За счет того, что он проатаковал, видите, у него даже уменьшилась сила города, потому что раненый теперь кирасир. Я-то отойду. А вот ему куда отходить? Он мапуче. Пойман. Ну, смотрите, у мапуче один город остался, и он, собственно, исчезнет через три хода. Надо... что-то выцыганить все ресурсы за этого шпиона. Я так думаю. Так, сейчас алюминий будем смотреть, есть ли у нас алюминий. Сначала давайте мапуче продадим шпиона. А, деньги невозможно, да? О, вообще к войне с китайцем присоединиться. Ну, нормально. Это как бы мне ни на что не повлияет, потому что по-хорошему тут все сейчас отвалится в любом случае. Так, кирасира тут прячем. Кавалерии давайте сломаем акведук. А, он не построен. Разработки. Ну тогда нефрит. Да. Следующим ходом. Ну а здесь оливки поломаем. Понимаешь, это все мое, но я это отремонтирую. Просто я не хочу, чтобы у этого города было больше каких-то ресурсов, чтобы он там, например, стены мог лучше построить, что-нибудь такое. Так, двигатели прокачали. Этого шпиона продали. Кумаси. Он как-то засоюзил Кумаси, очевидно. Так, дефицит энергии. Двигатели вроде внутреннего сгорания прокачали. О, тут у нас уже нехватка жилья. Рурку, наверное, ну вообще можно с другой стороны, ну может не в этом городе. Тут у меня самый, так, 63, да? 45-73. Ну я бы вот тут попробовал. Тут вообще возможно рурка, у нас должна быть рядом. Тут рурка невозможна, да. Значит, столица. Ну, ладно, сейчас я все равно не строю ее. Корень социальный институт СМИ.
Тэппа Хаки. Марая готова. Видите, вот добавилась культура и вера здесь, да? Банк, военная академия. Ну, тут тоже надо в угольную идти. Кстати, вот как раз в столице можно в угольную не идти, потому что всего 6 производства будет. Может быть, и нефтяную, потому что угля не так много. Ладно, давайте глянем алюминий-то. Вообще где-нибудь... Ну, на моей территории его точно нету, потому что не было этой. Может, где-нибудь рядом не было уведомления. Вообще всего 4 алюминия я вижу на карте. У Колумбии. До этого я не доберусь. Ну, мне, походу, надо Колумбию быстрее брать, быстрее, чем она в самолеты. И в какой там выйдет. Ну, Симон Боливар, конечно, отсталый парень. Он пока вот тут где-то. Что мне надо забирать Чаншу. У Энтомапу сама отвалится. Кстати, вот у нас еще уголь здесь. Так, а у Ильямапу 16. Кстати, у Энтомапу быстрее отваливается, чем у Ильямапу. Несмотря на то, что она вроде как столица теперь новая, несмотря на то, что там губернатор сидит. Оказание помощи закончил. Какой у нас тут... Мы далеко. Ну а что тут еще делать вот в этом городе? Аквапарк построить? Аквапарк вообще только 3 клетки, где можно строить. И он, кстати, только для это, на этот город и будет влиять, а смысл тут и так нормально с довольством. Ладно, давайте продолжим оказание помощи. Так, маску археологическую нашли. Подходим пока и стоим здесь. Стоим сюда. Боюсь, что керосир может убить эту. Кавалерия. Тут ремонтируем. А тут что я хотел? А. Слушай, а что селитру-то не обработал давным-давно? Так, еще он один караван отправил. Ну, подождем, когда он подплывет поближе и ограбим. Такие жители Шиньяна. Вон, видим, вдалеке вражеский капер стоит. А давайте еще один караван по морю отправим. Тот, который у нас уже разграбили один раз. Прекрасная идея. Давайте снаряжаем все свои деньги и отправляем. Шотландия. Так, ну кажись, мне одного осталось только встретить. Давайте посчитаем. 117. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три. Да, еще одного не встретили. Должен быть на этом континенте где-то здесь, я так думаю. И тут предприятия на какао японские. Сколько у нас до конца эпохи? Нет, еще нету отсчета. Так что время есть. Города растут. Ват строить не хочу. Не могу пока другие районы строить. Эрмитаж долго строится. Продолжим строителей тогда делать. Здесь я развлекательный комплекс починил. Давайте, наверное, казармы, потом арену. Вообще, конечно, авиацию стоило бы, но
Для начала мне это... Я рурку попытаюсь построить, это ускорит авиацию. Сейчас я тут угольную дострою. Глянем, сколько будет производства. В принципе, вот эта клетка не особо мне убился об кавалерию кирасир. Нет, какой же, я тебе не буду ни алюминий, ни уголь давать, ты чё, парень? Да, все население пребывает в гармонии, это точно, у нас счастье. Я бы тоже был счастлив, если бы был таким загорелым качком, вообще-то. Что тут скрывать? Нарезные стволы, компьютеры добыли, кайф. А, он не убился, он сюда прибежал умирать. Ну ладно, что мы будем... Кстати, не добежал до моего кирасира, хотел его сам прикончить. Покачаем наши... как его? Катапульты немножко прокачали. 146 монет, нормально. Сейчас будем пушками обстреливать. Тоже, в принципе, ничего так работает. Так, я сюда встану. Не считается, что в осаде, а вот так. Этот город в осаде не считается. А так. О. Стоим. Стоим. Так, очередной артефакт. Тут копаем. Селитру добываем. Можно двигаться на помощь. Чиним железо. Стоим. Надо тут просто контролировать как-то море вокруг Монгола. Нет, пока не грабим, потому что обстреляет город. Я вот тут встану. Да, слушайте, я не глянул, что там у шотландца по ресам, между прочим. 3 соли. Она у меня есть. Да, у него что-то как-то грустно вообще по ресам. По ресурсам, извините. Я не знаю, почему, я почему-то иконка инквизитора матрешку напоминает. Хотя это, видимо, имеется в виду балахон и как-то скрыто маской, что ли. Так, ну тут до кругосветки-то чуть-чуть осталось. Так, продолжаем. Подожди, мы стали варенье, по-моему, кем-то уже пытаемся... А, нет. Вообще я ставил стали варенье воровать, а своровались компьютеры. Ну, кстати, компьютеры было бы неплохо открыть ради морской плотины. А как в них выйти? Через что? Ой, тут стали варенье. Слушайте, может мне все-таки... Че мне авиация? Пойдемте... Так, 2 банка вообще-то надо. Угольная шахта и броненосец. Ну, броненосец мы можем. Угольная шахта, по-моему, тоже у меня можем сделать. Так, хорошо, а где у нас каравеллы? Во-первых, 2 банка бы построить... Вот раз центр коммерции, где тут еще был 2, да? Давайте в Певенмапу банк мы тут купим, слишком долго, 7 ходов, это долго будет. Тут банк 2 хода, да. Давайте его построим сначала до фабрики. 5 морей, значит, один мы художественный музей вроде строим, давайте еще один тогда археологический. Так, ну тут Марая поменьше, конечно, выдала.
Собор Святой Софии. Срок дружбы с Гильгамешем истек. Может, военный союз с Гильгамешем, как бы, плюс 5 все-таки. Ну, против Китая будет плюс 5. Однократно хочется. Ну, ладно. Да, я, кстати, у меня копится алюминий, потому что Хатуса. Я сюзерен Хатуса, это способность. С Матишем истек. У меня как раз с Матишем был военный. Но я продолжу с ним союз и в этот раз религиозный, давайте. Ну. Так, поставлю на автомат бегать. Так, а что он не хочет? Тут же открытая территория. А, или он закончил... А, закончил движение. Понял. Есть черепашки. Теперь черепашками. Я, по-моему, с кем-то торговал. У кого-то покупал черепах, по-моему. Ну, кавалерия, кажись, уровень. Блин, Шотландия меня уже осуждает. Он, мне кажется, осуждает за то, что я красавец. Вот смотрите, Гильгамеш накачанный качок тоже. И я накачанный качок. Поэтому мы и дружим. Мне кажется, вот так. Они как-то у качков, мне кажется, вот как-то так происходит. Я, ну, я в реальной жизни не знаю, я могу только гадать. Встречайте равнину. Ну, блин, где поселился, там я и предпочитаю. Я предпочитал холмы, конечно. Но чего нет, того нет. Поэтому я предпочитаю равнины, да. Так получилось. Слушайте, а здесь случайно... Еще дамбу нету, возможности построить угольную сделку. Ну давайте, наверное, все-таки рурку попробуем. 8 ходов. Что там нам еще надо было построить? Банк. 2 банка. Объявить формальную войну. Так, пока канализацию. Пригороды мы, по-моему, не открыли. Хотя вот они. Давайте пригороды откроем. Мне кажется, мы тут и без... А, не, слушайте, а где у меня уровень? А, у капера уровень. За счет чего я сейчас уровень получил? За трилему, что ли, когда убил? Давайте за морской бой. А, это Гильгамеш там. А, у меня прокачивается. Тьфу ты, я забыл. За счет... Союза, так мне надо его тоже поближе тогда подвести. Там воюет Гильгамеш, а за счет этого мои уровни, мои юниты получают уровни. Понимаете, экспо. Надо поближе подвести. Точно. Так, тут можно краба собрать. Почему я не могу его собрать? А, я Маури. Все, я забываю. Ну, нету смысла его брать. 4-й радиус. Город просто не дотягивается. Да, жаль, чтобы в осаде оставался. Так, а где у нас вообще... У меня только одна бомбарда, что ли? Так, ну давайте вот эту катапульту потихоньку подводить. Я думаю, что мы апнем следующим ходом ее. Блин,
Да, следующим ходом, по идее, плюс 4 у меня селитры должно быть. Или эту апнем. Ну, какую-то катапульту апнем. Или эту апнем. Что-то мы обязательно апнем. Так, вот этими оливки... Этим пойдем здесь все ремонтировать. Ну что, следующим ходом мапучи будет уничтожен. Нет, еще два хода будет стоять, смотри. А, на этом на той реке нету смысла ставить эту дамбу, там большой бассейн стоит уже. Так, ну открытые границы с шотландцем я не могу взять, потому что он меня осудил. Так, сначала я тут вверх плыву, а не кругосветку делаю. Ну, наверное, вот флотоводцам можно кругосветку сделать. Будет, кстати, символично именно флотоводцам, да? Сделанная кругосветка, а не кораблем каким-то неизвестным. Лавента. Есть послы. Ну, Фес пока бессмысленно без лаборатории. Банк давайте купим. Я собирался в ногу мапу. Нет, это в Певен мапу. Там он в следующем... Еще два хода будет строиться. Смотри. Ну ладно. Ну что делать Рурку тут? Я думаю, имеет смысл. А какой-нибудь шанс на инженера для чудес? Промышленной эры нового времени. Так, 500 войны предпочитают добытие грабежа морских торговых. Слушайте, а вот это интересно взять. Что я как раз там торговый путь Монгола. А, я его уже разграбил. Блин. Ладно, тогда пускай своим ходом. Или вообще пропустить. Там через 8 ходов порту. Ну, не скажу, что прям офигительные. Мне так кажется. Ладно, построю рурку. Эту-то клетку я никак не испорчу. Если не построится, то та клетка вернется со всеми возможностями. Верфь. Или в фабрику. Давайте, наверное, вверх. Знаете, я бы, наверное, Магнуса и Рейну поменял местами. Или Магнуса вообще сюда. Ну, Рейну точно на побережье бы. Пингала. Может, блин... Пингалу и... Смотрите, вот этот город будет расти еще хрен знает сколько. Ну, правда, надо какую-нибудь канализацию еще построить. Сейчас, по-моему, он достиг предела по жилью. Но у него еды немерено, в отличие от столицы. У него сколько еды? 39, а у этого 103. Понимаете, когда я тут увеличу жилье, то этот город будет просто на дрожжах расти. Уйдет производство, так оно и сейчас небольшое. Зато я сюда посажу Рейну, не Рейну, этого, Лян, и тут еще и понаделываю. Да, наверное, так и сделаем. Значит, смотрите, Лян в столицу, Пингалу в этот город, в Капите, Магнуса пересаживаю в центр, чтобы влияли промышленные зоны на самом деле сюда. Поэтому Магнуса в Нагмапу. Виктора
в Тепакахиве чисто для бонусов от губернатора. И Рейну, наконец, в Апангу. Кайф. Да, пока минус будет в городах с ростом и производством. Но когда, ну, через 5 ходов, когда все сядут на свои места, мне кажется, станет круто. Тем более, кстати, здесь все равно жилье остается. Сейчас ушло счастье, опять же, из-за того, что пересели все губернаторы. Нормально. Веймап, мы знаем, что утрачивает. Все-таки он раньше отвалится, да, чем у энтемапа. Ну, ничего. Я поэтому там и не обрабатываю уголь. Лаутару возьмем. Шедевр. Поселенца сделал в Чанше. Нормальный вообще китаец такой. Осаждает город. Время для поселенца. Места вообще нету, куда его использовать. Время для поселенца. Кстати, Египет уже с меня начинает дань требовать. Помните, у меня было наука, кстати, 190, стало 144. Это из-за несчастья. У меня было 190, потому что было плюс 20%. Ну, в общем, потому что сейчас пересадил губернаторов, у меня из-за этого наука просела. Так, кстати, тут из-за того, что Уильям Мапа отвалилась, будет меньше. По идее, должны следующим ходом исчезнуть мапучи. Я, наверное, даже проатакую. Эту переведу сюда. Здесь следующим ходом, мне кажется, Чинша упадет. Блин, я бы тут покопал. Там, скорее всего, будет китайская какая-нибудь штука интересная. Пойдем тут и жемчуг обработаем. Так, этот идет на железо. Все равно сюда подвину. Еще строители. Давайте, наверное, к столице будем стягивать их, потому что приедет Лян. И надо будет вот это вот все, эти клетки можно столице передать. 3. Вот эти вот клетки побережья можно будет с помощью лян обрабатывать. Нельзя сталевари, в смысле... Или я уже украл? А, украл сталеварение. Отлично, мне не надо броненосец сделать, слава богу.
Так, сейчас мы ускорим следующим ходом экономику. И я, в общем-то, пойду сюда все. Давайте авиацию пока потихоньку. Я забыл, зачем я в сталеварение иду. А, за компьютерами. Да, у меня там много может затопить. Ну что, кругосветочку. Есть. Первое в мире кругосветное путь. Как я говорил, буду первым. И я думаю, что я должен все цивилизации первым встретить. Правда, мы не знаем, где еще. Вот она. Византия. Тоже? Маури первая в мире и первой страной, которая встречала все другие народы. Кайф. Вот мы всех и встретили. Торговать нечем. Вообще, есть у кого-нибудь ресурсы, которых нету у меня? Шелк. Первым же открывая Монголию, у него шелк, которого у меня нету. Так, араб нет. Ой, ладно, не буду я всех проверять. Это что-то долго. Ну что, техи воровать. Кто у нас... Так, лидер у нас венгры, у нас с ним союз. Давайте канадцу попробуем тогда на того, чтобы техи тырить. Ну, ускорение, я бы сказал. Да, ёлки. Так, Канада. Так, это японские города. Вот. Квебек и Торонто в Квебек, давайте. Строители. Пивина. Все еще не могу никакие районы строить. Так... Так мне буря уничтожила города. Они были... Но они были большие по размеру. Ладно, давайте храм. Так, я все-таки за веру не хочу никого брать. Я пропущу этого флотоводца. Джеймс Ватт. Ну вообще фабрики дают два производства. Выглядит интересно. Ну, все равно как-то, не знаю. Так, тут нужна пища. Это все из-за отсутствия губернаторов на самом деле. Так, и там город отвалился. Так, ну мы уже типа в нормальной, если что. У нас 13-23, как минимум 13 ходов нам для того, чтобы в золотой век выйти есть. Канал. Ну, верфь, наверное. Давайте строить пока. Почему вы называете своих всадников кавалерией? Ну, не знаю, слово понравилось просто. Красивое слово. Посвятите империю, подобно восходящему солнцу, ослепительную и могущественную. Как можно возглавлять таких ограниченных людей? Возможно, они берут пример с правителя, сказал Мапуче напоследок, прежде чем... А, или это он про себя вообще? Типа, вот я уничтожен, как я мог взять таких ограниченных людей? Экономику продвинули. В общем, поехали сразу в сталеварение тогда открываться. Тут я дальше решу, куда идти. Авиацию, я надеюсь, ускорить этим
А, смотрите, мне кажется, Нельсон, наоборот, мгновенно строит маяк и верфь в этом районе. Ну, тоже немножко бессмысленно. Это Португалия, походу. Не, кто-то выкупил того флотоводца. Прям даже интересно, кто. Португалия. Нет, подожди. Да, Джинши Португалия взяла. Ну, в принципе, кстати, можно взять вот в Нгулу мапу построить. Верфь тут, по-моему, нету, да. Ладно, давайте возьмем. В принципе, ничего так производство ускоряет. Так, тут у нас... Не, ну подождите, Лаутару побежден. Это он, видимо, про себя говорил, что он этот... Так, все лидер. Против наземных прокачаем. Так, значит, обстреливаем Чаншу. Обстреливаем Чаншу. Заберем, наверное, посело. Хотя, что, ко мне он тут никуда не пойдет город ставить точно. Пускай гуляет, в принципе. Должны брать вроде как. Да. Отлично. Все, можно с Китаем о мире, наверное, договариваться. Или подождите, или подождать Илью Мапу заберем. Ведь он просто отваливается в сторону Китая. Наверное, пока тогда не будем. Тут мечники какие-то. Еще гуляют. Так, этот город сохраняем. Давайте промышленную зону отремонтируем. Чтобы производство было. Оно вообще даже без соседства, да. Как видок, он тут не успел достроить. Блин, могут убить мне этого мушкетера. Вот эти мушкетеры. О, Гильгамеша возьмем. Так, ну чё, не собирается пока. Древний мир, средневековье. Жаль. Черт, не пройти немножко дальше. В город зайдем. Так, этого еще не можем апнуть. Постою здесь, наверное. Так, ремонтируем железо. Этого отправлю к столице, как и прошлого. Так, этого парня перенесем в этот город. И тут ждем гавань. Просто сам заплыл в капер. Ну, давайте будем. Давай еще отправляй. Караван. Поплыли, наверное, дальше тут этот континент обсматривать. Наш. Ой, не наш, наоборот, это наш континент. А вот этот континент я уже практически вижу, как выглядит. Археологический Вапанга. Давайте, наверное, мастерскую строить. А... археолога куплю тут. Еще рабочий. Ну, вот этим рабочим можно тут поремонтировать нефрит и оливки. Не знаю, пусть этого поселенца тот же шумер захватывает, предположим. Не, пока отклоняю мир. Так я говорю, хочу Уильям Апу сначала захватить.
А дружбу с Вьетнамом нормально. Надежный партнер в решении международных конфликтов. Это да, вот у Мапучи что-то там хотел, их больше нету. Китай что-то хотел, наверное, скоро не будет. Так что я неплохо решаю международные конфликты, по-моему. Не, слава богу, пушку проатаковала, а не мушкетера. Веселье. Соответствует целям Гильгамеша веселье. Да, мы веселые. Так, обнаружение не обнаружено. Продолжим. Наверное, захвачу все-таки посела. Он тут стоит на месте, не уходит. Смысл. Так, этим лечимся. Этого надо какую-то мапу подводить. Лечимся. Но я хочу пока поставить полечиться. Потом, когда уже будет вылечен юнит, тогда буду захватывать. Так, фабрика в Тепакахиве. Тут угольную стопудово надо. Плюс 14 производства все-таки. Так, Виктор тут вернулся. Можно на рост обратно переключать. Потихоньку по дороге. Так, что у нас тут можно? Тут, по-моему, есть рыбацкое судно? Есть. Тут все, в общем-то, улучшено рабочим. Железо не хочу обрабатывать. Ну, тоже в столицу отправляем сюда. Когда Лян прибудет. Так, тут ждем гавань. Может, я уже могу ее построить? Нет, гавань только на 10 и больше будет. Ладно, давайте, наверное, зоопарк тогда. Стоим. Так, здесь куплю археолога. Тут мы... Давайте найдем источники и на 90% будем науку тырить. Все, этот континент нами, в общем-то, полностью исследован. Я не вижу, вот теперь я уже могу с уверенностью сказать, я не вижу, где игра считает, мне надо было ставить город. Где территория Маури? Вот я появился здесь, да? Еще раз смотрим. Вот столица Египта прямо здесь. То есть максимум... Да я реально нигде не мог. Столица Зулус. Мне на самом деле даже повезло, что я вот тут еще какие-то места для трех городов нашел. Потому что если бы я плыл сюда поселенцев, я бы здесь вообще нигде ничего не поставил бы. Так? Ну и здесь, очевидно, я занял территорию Мапучи. То есть у меня реально такое ощущение, что игра вот эту одну клетку под меня выделила, и все. Вообще нету никаких других мест. Прикол. Вот тоже играть за Маури. Повезет, не повезет, получается. Знаете, я ват, может, за веру куплю. Чтобы мне его строить. Ой, это я зря. Ну, юнит, даже строителя, мне кажется, уже бессмысленно. Давайте, может, окажем помощь еще. Какой у нас тут вообще по помощи? Только 400.
Здесь продолжаем оказывать помощь. Так, строитель. А, блин, мне этот мешается там нефрит обработать. Ладно, это уже следующим ходом. Так, тут ждем прибытия лян. Два хода. Блин, может мне эту канализацию открыть для начала? Вот тут. А, ну мне сейчас пригород надо построить, тогда она устроит канализацию. Отлично. Ускорит канализацию, тогда хорошо. Научная теория плантациям плюс пищу даст, тоже неплохо. Неизвестную ГГшку кто-то забрал. Фиговые какие-то предложения поступают. А, уже этот тоже сам ко мне. Ну ладно, слушайте, может даже не нападать тогда. Сам ко мне. Оба города. Так, 10 ходов до конца промышленной эры. Пригороды с престижем притягивающие неинтересно, неинтересно. Скидка на все улучшения юнитов. Ну тоже пока нету. Я открывал ради пригорода, в общем-то, эту этот социальный политик. Мне, видимо, надо будет в столице здесь ставить пригород. В этом городе, наверное, сюда поставлю. Ладно, я еще подумаю, в общем. О, убегает посел. Захватим. Так, ну, наверное, тогда можно мир заключить с Китаем. Я думаю, что вряд ли он к Китаю отвалится. Давай ты мне гипс еще заплатишь, да? Селитру, может? Я там побыстрее апнул. 18. Так. Денег. И вход. А, стоп. Я уже разогнался, он уже не хочет принимать. Уже на селитре где-то остановился. О. Да, 7 хватит. Скаутов можно в исследовательские экспедиции. Можно вообще подойти, пообстреливать, что не попрокачивать. Этого апну. Так уж и быть. Остальные хай лечатся, наверное. Так, ждем прибытия лян. Тоже на автомат поставлю уже корабли. Я вот тут только флотоводцы невозможно на автомат. Дальше. Давайте строительные. Ну, мне национализм сейчас не нужен, мне кажется. Хотя мне вообще Колумбию бы захватить ради алюминия. А алюминий вот этот к чему относится? Гуакилю. Блин, мне надо это и это захватывать. Не так-то просто будет опять.
Не, ничего не принимаю из этого. Так, у меня нету ни одной войны сейчас. Может, сейчас еще спадет какое-нибудь несчастье от войны, если оно было. Ой, сейчас знаете, какой еще прикол? Может быть, он-то отваливается, но может сейчас Китай просто захватит эти города. Это прикол будет. И ну 48 это должно легко браться. Эти минус 4 всего лишь наносят урон. Так, есть плантация. Найдены источники, тырим теху. Нанотехнологии уже можно. Пингала прибыл. Ну, тут пофигу. На что? Так. Лян тоже на месте. И начинаем. Ну, давайте, наверное, тут начнем так обрабатывать. Поселу убираем просто. Так, подождите. Рейна тоже на месте. Ну тут ничего не меняется, в общем-то, как и было, так и осталось. И Рейна у меня только на прокачана на приобретение клеток, да? В принципе, можно начальник порта сделать, потому что тут 3 золота, там будет производство. 6 дополнительно. Так, объединяем, подходим. Сначала обстреливаем бомбардой, потом пушкой. Пушкой. Сюда становимся. И атакуем мушкетером. Ну, следующим ходом этот город можно будет забрать. Не, ну даже мушкетером слабенько, ладно, не заберет Китай, я думаю. Я чисто, не знаю, чисто вот юниты попрокачивать. Может, даже и не буду его забирать, пускай дождусь, когда он сам присоединится. С другой стороны, а смысл ждать, да? Красивые места и у Дидоны. Угольная 14 будет тоже кайф. Рейна в Апанге и Магнус в Нагамапу. Зашибись, теперь надо Магнуса прокачать, и Нагамапу будет очень производственным городом. Промышленную зону завершили. Неизвестно зачем. Потому что не дает она... Ладно, давайте монумент. Потом, пожалуй, амбар. Не дает она производства. Куплю я здесь мастерскую следующим ходом просто. Хоть какое-то производство иметь. Интересно, а Колумбия вообще, да, со всеми плохие отношения. Кайф. Я считаю, Симон Боливар молодец. Он как этот истинный отморозок со всеми испортил отношения. Обычно, кстати, это Венгрия так действует, но в этой игре почему-то, несмотря на то, что она даже там... Германии воевала, что-то отжала город, по-моему. Вот Киш — это бывший город этих шумеров.
Все равно у Венгрии, ну, есть и союзники, и друзья. Созданию строителей чудес света. Может поставить на чудеса? Я вот думаю, чтобы быстрее... Ну там Рурка два хода осталось. Вот бомбарду прокачали. Может атаковать после перемещения. Вот это кайф. Так, конечно же, сначала мы арбу уберем. О, Петр Великий объявил войну Чингисхану. Россия избавляется от татаро-монгольского ига. Кстати, где они? Тут Россия. А, то есть он типа избавляет, хотя мы даже не знаем, где монгол, он не на нашем континенте. Прикол. Ладно. Так, тут владение Колумбии. Садная башня. А все про такую. Ладно, наверное, надо уже национализм открыть. У нас... А, подожди, так мне надо охрана... Стоп. Это же моя способность. У меня на охрану природы еще больше производства. Да, да, надо охрану природы. Постройте потрясающий пригородный район. Кстати, это тоже... Мне кажется, возможно. Нет, плюс 3. А здесь? Плюс 5. Подожди, ну потрясающе, это, видимо, плюс 6. Блин, где-то должен мочь такой пригород быть. Ну тут жалко вырубать леса, честно говоря. Вот в Певенмапу может... Да. Есть такой. Вот сюда. Блин, ну тут вообще с другой стороны кампус. Давайте вот сюда поставлю. Семь ходов. Никак не ускорить. Нет, ну, семь ходов хай. Открывается. Так. Тут мы столицу улучшаем всячески вместе с Лян. И рост появится. Лаутару. Так, тут не по... Ну, давайте пойдем кукурузу обработаем. Нет, давайте даже шахту лучше построю. Так, этого, кстати, парня тоже можно сюда уже везти. Потому что с Китаем мы больше не воюем. А, я что-то туплю? Нет, туплю. Я думал, что я уголь там не обрабатываю. Кроме всего, мне надо будет его обработать. Точно. Так, угольная завершена. Наверное, художественный, потому что у меня уже два археологических, будет два художественных. Тут не буду менять. Не буду менять. Это надо. Ну, можно с другой стороны все-таки убрать плюс 4, поставить на апгрейд юнитов. И апнуть катапульты оставшиеся. Да, я думаю, так и сделаю. Ага, благовоние, точно. Блин, она железо хотела вход. А, слушайте, она готова и так платить, и без железа. Ну, благовония нам нужны. Принимаем сделку. Хорошее предложение. Губера у меня убрали, интересно, какого?
Ага, из столицы. Ну хорошо, хотя пингал. Хорошо, что не пингалу. Так, ну мне надо тут как-то. У меня шпион здесь сидит, но он на центр города не работает. То есть мне, наверное, этого шпиона надо в центр посадить, чтобы меня тут не убирали. Ну, Улян? Улян я успел только две. Три построить улучшения. Ну, кто у меня шпионов выбрасывает из городов, наверное, уже в следующей серии будем разбираться и будем защиту ставить. А на этом пока все. Продолжение завтра. А спонсоры канала могут прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!